Приветствую вас, дорогие мои друзья. Мы смотрим таро-прогноз на октябрь 2023 года для весов на колоде энергии Вселенной. Так, смотрим, о чем же речь. У нас идет девятка мечей. Какой же совет она даст весам? Она говорит о том, что ситуацию надо принимать. Ситуация о фатализме идет, о том, что не все так случается, как нам хотелось бы. Тем не менее, у нас есть сейчас, и только этим мы можем наслаждаться. И когда мы отпустим этот контроль, да, что если мы будем думать, если мы сделаем вот это, то в результате вот этих действий будет вот это вообще никак не гарантированные вещи. Собственно, принимаем, что есть. Да, немножечко по течению придется поплыть, немножечко стресс какие-то пережить. И тем не менее, все равно есть выбор человечности. Быть человеком, общаться с людьми, да, проживать, да, переживать, да, возможно, тяжелый период будет у весов. Но чем больше вы будете в принятии, тем легче вы это все проживете и переживете, тем лучше будет для вас в жизни в дальнейшем, в последующем. И также это идет разбор того, чтобы просто жить здесь и сейчас, чтобы принимать, да, немножечко фаталистично. По поводу отношений в этот период, фатально пусть будет. Уроки свои должны прожить. По поводу запросов на работу, что в работе у весов будет происходить, в работе будет тяжеленечко, но вполне себе тоже принимаемо. Стрессовый период в работе, период таких изменений, да, или готовности к изменениям, скажем так. Тут больше о готовностях. Но вот, в принципе, чем быстрее лучше примете, тем легче весы этот период проживут. Ставьте лайк, подписывайтесь, в комментариях пишем «принимаю с благодарностью». А я жду вас на личных раскладах и консультациях. Ссылка в шапке канала на WhatsApp.